Ребята, всем привет, вы на канале Папа Фан Машинки. На, давайте посмотрим сразу, сколько же голосов какая тачка у нас набрала. Так, сегодня у нас выпуск будет по игре MMX Racing. Ребят, давайте посмотрим. Так, я хочу, чтобы ты купил спортивную тачку. Лиана Симонян пишет. Так, понятно, спортивная, это у нас получается, похоже, гонщик, да? Вот так красненько. Так, дальше идем. Красную я спросил, кстати, задал вопрос. Так, понятно, так ответа не было на какую тачку. Я думаю, что красную, все-таки гонщика. Так, Папа Фан купил лучше гонщика, он очень крутой, прям как ты, бла-бла-бла, понятно, спасибо, конечно, Виталь. Рукионов, спасибо, так, гонщик, понятно, два голоса уже, как бы, допустим, так, гонщик очень крутой. Так, три голоса, можно купить гонщика, четыре, ребята. Так, пятый тут гонщик, тоже можешь раскрыть гонщика. А, кстати, а Рукионов, Виталий, ты гонщика два раза написал, ага, понятно, так. Еще Руслан Андреев пишет гонщика, так, я голосую за гонщика, совет Маусумбаев, так. Иван Писаревский, Папа Фан купил в следующем выпуске гонщик. Так, понятно, ребят, очень много голосов за гонщика, за красную тачку. Так, дальше идет у нас Золтан Z1 Киллер, Андрей Синерук пишет, так, Ламборджини невозможно купить, ее нужно выиграть. Так, ладно, Z1, Золтан Z1 есть пока, один голос. Золтан Зенит, так, два голоса. Так, тут непонятно, что написано, так, Золтан Z1, второй, так, гонщик. Я хочу, чтобы ты купил Зенит. Так, ребята, купи красного тягача, тут даже за тягачек один голос есть. Вадим Шабалин пишет. Так, ну что, голосов больше всего у нас идет за гонщик, так что мы ее сегодня откроем и погоняем на ней, прокачаем, нацепим на нее наклеечки. Ну, в общем, поехали. Шальной аллигатор, ребята, это у нас класс Б. Прошлый выпуск на этой тачке был. Так, а сегодня у нас переходим... Сегодня переходим в класс А, ребята. Покупаем грузовик, гонщика... Гонщика, Золтан Зенит, по-моему, называется, красненький такой. Это гонщик из MMX Hill Climb. MMX Hill Dash, ребята, из игры. Кто не знает, кто не в курсе. Так, грузовичок вот этот, конечно, тоже прикольный. Мак 1200, конечно, да, забавно было бы на нем погонять. Так, ладно, не суть, ребята, больше всего голосов было. Недавно мы посмотрели, да, что проголосовали вот за эту тачку больше всего. Вот это вот гонщик, ребята, Золтан Зенит. Вот это красненькая, кстати, красненькая. Смотрите на эту красненькую. Спортивненькая тоже прикольненькая, да. Ну, в принципе, здесь все тачки прикольные. Да, все крутые тачандры. Так, ладно, не будем тянуть время. Покупаем. Поем самую скоростную тачку. Так, это у нас что? Молтон гипер. Так, ладно, берем и переходим. Переходим к выбору имени нашей тачки. Так, чудовище, допустим. Чудовище. Я даже не знаю, что бы нам выбрать. Чудовище скорость. Так, нормально, ладно, я думаю, сойдет. Такое имя ей подойдет от нашей красненькой тачки. Сейчас мы ее перекрасим, кстати, не будет она красной. А то везде она красного цвета. И в MMX Hill Climb тоже красного цвета. И здесь как бы, ну, здесь все тачки красного. Нет, не все, что-то я вру, не все. Так, давайте изменим. Краску не будем трогать, сразу перейдем. Так, перейдем сразу к шасси. Какого цвета нам все вот эти вот амортизаторы покрасить? Какой бы цвет нам выбрать? Зеленый вот так вот поставим. Вот, отлично, аппликации. Вот здесь начинается самое интересное, ребята. Это внешний вид, основной внешний вид нашей машиночки. Наклеечки тоже прикольные, я даже не знаю, какую выбрать, они все здоровские. Так, вот эту, наверное, не будем. Это у нас, это как бы на всех тачках она присутствует. Так, вот это необычно. Ну, в принципе, вот это тоже неплохо смотрится, да? Причем за баксы. За баксы, не за G-монеточки, а за баксы. Так, а эти уже идут у нас за бакс. Ой, за G-монеточку. Вот это самая дорогая. А давайте ее и поставим. Ну, в итоге у нас получается тачка красного цвета и остается, да? Блин, ну я не знаю, ребят. Давайте вот эту все-таки, да? Вот эту. Давайте она выглядит как, не знаю, под спорт.
заточенный под спорт. Отлично. Эй, не хочу я делать снимок. Попозже сделаем. Смотрите, как она здоровски выглядит. Уже без этих, без обвеса уже. Ну, все, как бы без обвеса, выглядит уже здорово. С наклеечками, с аппликацией. Очень даже прикольно смотрится. Так, переходим к дискам. Ну, с дисками особо-то играть и манипулировать не будем. Ну, вариантики. А, может, этот, вот этот вот оставить. А, для прикола. Ребят, как вы думаете? Либо вот это. Опасная зона, знак. Так, я даже не знаю, Ты как начинаешь вот это, прокачивать тачку, выбирать ей окрас, что-то там модернизировать, ребята, и все, начинается этот затуп всякий. Так, давайте, я не знаю, давайте оставим вот эту за 5G монеточек. Так, есть аксессуары, в принципе, максимально можно что-нибудь нацепить. А то что у нас? Спереди какие-то... А, это у нас передний бампер, типа этот спойлер передний, похоже, что-то меняется вид, да? Ага, интересно, девки пляшут. Так, ребят, вот это берем. Давайте все подряд сейчас возьмем. Я думаю, можно все-таки сюда нацепить будет. Так, а это что у нас меняет? Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Так, подождите, что-то не понимаю. Ага, это у нас задний спойлер. Так, ну все подряд берем. Хоть и стоит не дешево, 120 же монеток с меня содрали. Так, за задний спойлер. А, там еще вниз что-то цепляется. Это зацепил, ребят, да? Еще какие-то штучки вот это вниз. Не, это у нас такой сплошной спойлер идет прям до самого низа. А, понятно. Необычно, необычно. Так, вот этот тоже цепляем. Закрывает кабину, кстати, да? Защищает, это уже какая-то капсула получается. Защищает нашего водителя, пилота. Так, а это что? А, это усики. Ха, усики! Ну давайте, такой у нас спортивный старичок, усатенький получается. Так, ладно. Флаги. Ну, флаги мы сейчас что-нибудь да нацепим. Что у нас еще не было? Чего у нас еще не было на тачке? Ну, тут особо-то выбирать нечего, ребята. Да, особо выбирать нечего. Давайте вот эту поставим. Эй, краска. Уже краска у нас... краска у нас уже как бы не идет. Ой, синенький цвет, кстати, неплохо сочетается, я вам скажу. С нашей основной раскраской. Да и красненько вот это тоже неплохо смотрится. Нет, давайте синюю поставим. Вот так вот. Так, ну что, переходим к гоночкам. Хватит уже здесь торчать. Ой, обновить еще нам нужно. Обновить. Сейчас еще здесь кучу баксов потратим. Хорошо, что они у нас есть. Все-таки 2 недели копил. Так. Ага. Так, отлично. Отлично, пока хватит. Сейчас по кругу пробежимся. Ну, ладно, 4 быстренько, так, 4 G-монеточки потратим, чтобы не ждать долго. Так, это тоже поставим. Нам на следующий выпуск все-таки пригодится. Пускай пока тикает время. А улучшения на следующий выпуск нам пригодятся, скорее всего. Да, ребята. Соперники, я думаю, идут у нас уже здесь серьезные. Ну, под конец серьезные. Поначалу-то мы сейчас всех просто здесь будем... Просто в щепочке всех будем уделывать, ребята. Так. Амортизаторы. Баксы-то как улетают. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нагнетатель остается последний. Так, амортизатор я... Эй. Амортизатор я не улучшил. Не улучшил до какого там уровня? До 6 уровня, до 7 уровня, по-моему, не улучшил. Подождите, до какого 7 там? До 5 уровня не поставил амортизатора. Не прокачал по-быстрому. Так.
Ага, до шестого даже. До шестого, понятно. Ладно, вот эту. Нагнетатель. Нас интересует нагнетатель. Так. И все. Не хватает баксов. Очуметь, очуметь. Все выкачали из нас, ребята. Все баксы выкачали из нас. Просто, просто, я не знаю. Так, кто у нас первый соперничек? Ладно, восьмая строчка у нас идет пока рейтинг. Поехали, наверное. Да, поехали. Что за... Вы что здесь делаете? Так, мы вообще-то приехали на гоночку. Главная сложность трассы – заскок. Это старт с возвышения. Ничего себе. Ребята, сейчас, похоже, мы вниз с горочки поедем. Или не знаю, сейчас, короче, заценим. Ребята, сейчас посмотрим, сейчас все видно будет. Ну давай уже, что так долго-то грузишь? Трасса заскок. Да, сейчас посмотрим на соперничка. Синенькой тачкой против нас. Угу, настоящий монстр трак, ребята, против нас. Водитель что-то посередке там сидит в машине. Странно, странно. Ладно, поехали, давай. Идеальный старт, сейчас покажем. Вау, просто рванула наша тачка. Вау, ничего себе, ребята. Вот это наш, этот, как его Золтан Зенит, гонщик. Вот, ой, что-то я чудить начал, ладно. Отлично, Золтан Зенит просто удел нашего соперника в щепки. Отлично, вот эта гоночка. Так. Выиграю еще одну гонку. Против кого там? Финиш на излете. Против кого? Против я тоже. Против кого-то счет, ребят, да? Так, из трех нам нужно две победы сделать, чтобы выйти на следующий уровень, на седьмую строчку. Так, сейчас посмотрим, что это за трасса новенькая. Главное, идеальный старт. Поехали. Хорошо. Что-то какие-то мелкие бугорочки. Особо-то не отстает, я вам скажу. Ну, нет, все-таки отстал очень-очень даже много. Намного секунд. Сколько секунд вообще отрыв-то? Почти 3 секунды, ничего себе. Этот отрывчик, это, по-моему, рекорд мой пока. За все заезды, которые я ставил, это мой рекорд. Ребята, седьмая строчечка, седьмой соперничек. Единственное, что здесь загрузочка, как бы... слегка притормаживает. Так, мы теперь можем обновить нагнетатель. Хочешь сделать это прямо сейчас? Так, в принципе, нет, не можем. Ой, подождите. 13800, а у меня 132. Чё-то я, похоже, в тот раз начудил. Так, начудил, ребята, в тот раз. У меня же, в принципе... Так, 19 тысяч. А я что-то смотрю, там что-то под 100 тысяч уже идет обновление, думаю, да. Что-то я пропустил, ладно. Так, нагнетатель. Нагнетатель, ну, оставляем пока все как есть. 24 минуты у нас деталечки, деталюшечки идут пока. 24, 25. Ага, понятно, ладно, поехали, седьмая строчка нас ждет. И против нас какой-то оранжевый джипик, монстр трак. Так, выиграть две гоночки из трех. Ну, это будет сделать несложно. Я так думаю, когда газуешь на линии старта, каждый грузовик отвечает по-своему. Каждый грузовик отвечает. И что-то я чувствую, что у меня газулечка какая-то это, не особо чувствительная на гонщике. Ей как-то проще подгазовывать при старте. А не так быстро скачет. Ну, наверное, не настолько форсированный двигатель. Не настолько большие у нее обороты, такие резкие.
легче ее контролировать. Либо просто все контролируется за счет электроники, ребята, чтобы проще было управлять тачкой. Ну, как бы она более такая послушная тачка получается. Более мощная, более послушная. Ей проще управлять. Ну, понятно, это же у нас гонщик. Золотан Зенит. Ай-яй-яй-яй-яй. Главное не забывать правильно приземляться и вовремя нажимать на газ. Да, в этой игре основная задача — вовремя нажимать на газ и вовремя его отпускать. Так, 1,5 секундочки отрыв. Угу, еще одну гоночку сейчас выиграем. Еще одну гоночку, ребята, сейчас мы его просто обгоним в легкую. Я надеюсь-то чудить-то не буду. Ну, нет, не буду я чудить, ребята. Универсалы хороши на любой трассе. Так, вот это подсказочка. Универсалы хороши на любой трассе. А, интересно, интересно. Универсалы хороши на любой трассе. А это у нас какие тачки получаются, универсалы? Вот это точно, это этот минивенчик, как бы. Так, соперник на минивене. А моя уже легкая тачка, спортивная. По Формуле 1. Универсал у нас. Я даже не помню, какие там универсалы в классе А идут. Предпоследний, возможно, который на Ламборджини похож. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-я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 й. Ничего себе, он меня догнал. Вот так вот, ребята, когда начинаешь чудить, неправильно нажимаешь на газулечку, и все, как бы можно уже и профукать. Так. 7-я строчка у нас как бы преодолели. Ну давай уже, давай, грузись уже, грузись. Так, чудовище скорость, ребята. А? Прикольно, прикольно, конечно же. Так, дальше идем. 6-я строчка. 6-я строчечка. Гонка против... Это, похоже, у нас уже соперничек Хаммер. На Хаммере. Да, посмотрим. Ну, дальше идет уже сложнее, я вам скажу. Да, дальше уже идет сложнее. Как бы пару заминок, ребята, пару неправильных движений, и уже как бы соперник догоняет. Вот в прошлом заездике такое было. Вы сами прекрасно видели. Так, значит, дальше идут у нас соперники уже посерьезнее. И придется нам прокачивать тачку все-таки максимально. Чтобы одолеть самого-самого первого гонщика, лидера этой группы класса А. Так, вот наш соперничек на Хаммере. Серьезный чувак, похоже, настроен на победу. Ребята, сейчас мы посмотрим, на что он способен. На что способен, не знаю. Главное, нам самим не чудить. Уаха, отлично, отличный стартик. Опа, 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 давай, давай, давай. Ой, короткая трасса, ребята, здесь нет права на ошибок. Рановато нажал, но все равно ничего страшного не произошло. Ребята, всего лишь один прыжок был. Очуметь, короткая трасса. Так, еще одну гоночку нам нужно выиграть. Освой ритм каждой трассы. Так, а что у нас тут? Трассы все одинаковые идут, что ли? Повторяются постоянно. Так, трасса-стена. Трасса-стена. Что-то я не помню, что она из себя представляет. Да, неважно. Сейчас мы все равно обгоним соперника. Не дадим ему возможности выиграть, доехать до финиша первым. Так, поехали, сейчас идеальный стартик. Давай, 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 давай. Ух ты, отлично, отлично. А самый лучший результат... Ой, поздно. Ай, стена, я понял, стена между... Поздно. Да что ж ты будешь делать? Ай, не могу поймать хорошо. Ай, ребята, он меня обогнал. Ничего себе он едет. Ай, поздно. Нет, 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 нет. Нет, ребята, прям в спину дышал, видели? Очуметь, да и чуял я что-то всю дорогу. Ну, все закрыто, ничего не видно. Где там, что, когда отпускать? Я еще отвлекался на него, постоянно смотрел. Точнее, не на него, а на верхнюю шкалу. Думал, как бы не догнал, чертенок. Нет, все-таки нам повезло. Вырвались.
Так, ну уже следующий соперник тоже, наверное, серьезненький идет. Так, ребята, смотрите. В следующем выпуске против нас будет чувак на додже. Вот против него уже будет сложно гоняться с ним. Смотрите, уровень сложно. Так что битва будет сложненькая. Ну, уже в следующем выпуске, ребята. Так, а самый первый лидер, не знаю пока, что там он дает. Ничего себе, тут можно у нас уже как бы проходить, гоняться против каких-то чувачков и зарабатывать эти очки, как эти жетончики называть. На этой трассе можно устраивать в аварии, давай покажу, как это работает. Ух ты, ребят, давайте-ка посмотрим, что-то заинтриговали, давайте посмотрим, интересно. В событиях расплата можно ставить на кон денежки ВВЕ и, если повезет, сорвать большой куш. Сейчас давайте только загрузите нас, и мы посмотрим, что это за режимчик такой. Ага. Угу. Это наша тачка. Не может быть. Нет, это не наша тачка. Нам дали ее просто погонять, похоже. Сбивай машины как можно быстрее. Оптимальная скорость обозначается большим синим пламенем. Будь осторожнее, разгонишься слишком быстро и начнешь буксовать. Угу. Так, давайте посмотрим, попробуем. Утюк. Быстрее! Пробуксовка. Чё здесь надо делать? Подгазовывать, что ли? Постоянно подгазовывать. Да что ж ты будешь делать? Я не понимаю, ребята, что за дела такое? Ай, пробуксовка. Три хороших участка. Ага. Держим синее пламя в режиме в синем цвете, ребята. Держим тачку в режиме синего пламени. Да, я наверное, так скажу все-таки. Так, давай давим тачки, смотрите, крыши проминаются, клёвый. А, ничего себе. Ну, что-то я думал, что намного быстрее это все произойдет. У тебя получилось. Теперь давай покажи этим ребятам из ВВЕ, как гоняют на грузовиках настоящие знатоки. Очуметь, ребят, у меня нет слов. Какой-то новый режимчик. Да, кстати, чувачок писал в комментарии, что в классе А можно будет зарабатывать вот эти ВВЕ жетончики, по-моему, писал, да? Приз 100 тысяч жетончиков. Так, смотрите, качелы у нас. Мы ждали тебя, готов сыграть в игру. Не совсем, но давай попробуем. На этот раз я одолжу тебе свой грузовик ВВЕ. Докажи ему, что ты не лыком шит. Ну давай, спасибо, конечно, чувачок, что ты одолжил мне тачку. Я сейчас попробуем доказать ему что-нибудь. Ну, что я не лыком шит. Сейчас попробуем. Раскатистый гром трасса. События ВВЕ. Эксперт по прыжкам быстрее выполняет прыжки с трамплинов. Так, что за тачку он нам свою какую-то даст, ребят, сейчас посмотрим. И против кого будем гоняться. Соперник тоже на какой-то чумовой тачке у нас будет похоже. Сейчас мы все это дело заценим. Ничего себе. Ничего себе. Так. У него тачка круче. По-моему. По-моему. Мощнее, наверное. Не знаю. Сейчас, ребята. Здесь этот режимчик, привыкать к нему надо. Поначалу, наверное, будет тяжеловато. А, кто первый одолеет? Ай, есть. О, что-то я там разбил, ребят. Ай. Ездят ближе, ничего себе, только не переворачивайся. Ай, не догоняй. Бам, еще трейлер какой-то разбил, ребята. Ай, да что я творю-то? Это что за дела-то? Ай, не догоняй, чувак, не догоняй. Мне нужно привыкать. Вроде бы получается. Давай, надеюсь, финиш. Вау, бам. Есть, фу. Необычно, я вам скажу, необычно. Что-то там все поломали, какие-то провода аж там заискрились. Ребят, 100 тысяч жетончиков нам дали. Ничего себе, давайте посмотрим. Посмотрим. Тачки можно купить, да? Скорее всего, нас туда сейчас и перебросит.
Так, пусть эти денежки не пылятся даром. Загляни в дилерский центр и охвати себе чудовище в ВВЕ. Обязательно сейчас загляну, посмотрим, что чудовище нам можно будет купить. Так, за 90 тысяч можно купить. Так, Лучша Драгонс, ребята, вот такую тачку за 90 тысяч жетончиков можно купить. А, прикольно? Так, прикольно. Давайте посмотрим дальше. Так, 95 тысяч. Ого, микрончик. Ребята, это реально микрончик из этой... MMX Hill Climb, ребята, микрончик 149 рублей. Ребята, ребятушки, вот эту можно купить уже за реальные деньги на 150 рубликов. Undertaker. Ага, вот это тоже денежка стоит, с деньгу можно купить. Посмотрим, посмотрим, возможно, и куплю попозже. Так, это у нас уже Range Rover Evoque, по-моему. Так, а это что за 300 тысяч? А, вот на такой тачке наш соперничек сегодня гонялся против нас. Так, что там дальше идет? А, вот это наша тачка была. Ничего себе. Он такой тачке этот качел это ездит, который мне одолжил погонять. Он на ней ездит. Так, выиграй, 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 выиграй. А как ее выиграть? Попозже узнаем. Так, ну что, ребят, на этом пока все. Вот такой был выпуск сегодня. Да, купили гонщик, прокачали, погоняли. Дошли, до какого там уровня-то дошли? До какой строчки? До пятого места, по-моему, пока стоим. Ну, в следующем выпуске, я думаю, все-таки докачаю тачку. Докачаем ее до конца. Возможно, я без вас уже докачаю ее. И покажу уже прокачанную максимальную тачку. И на ней мы погоняем. Накажем, естественно, лидера этого класса, класса А. Да, завоюем кубок. Это будет уже в следующем выпуске. Да что ж такое-то? Что с загрузкой творится-то? Да грузи это уже на главный экран. Как это, в гаражик нас загрузи. Ладно, ребят, неважно. Все, на этом все. Ждите следующий выпуск. Если вам понравилось, обязательно пишите в комментариях, да, делитесь этим видео, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще этого не делал, жмите на колокольчик. На этом все, всем удачи, до новых встреч и пока-пока.